Сотрудники дорожно-патрульной полиции вышли в очередной рейд по безопасности дорожного движения. Полицейские патрулировали на центральных улицах города, пресекая нарушения. По словам сотрудников правопорядка, большинство нарушений водители совершают в вечернее время. Это движение без ремня безопасности, разговор по сотовому телефону за рулем и вождение автомашины в нетрезвом состоянии. Но за первый час этого рейда нарушений правил дорожного движения зарегистрировано не было. Впрочем, полицейские предупреждают, что такие профилактические мероприятия будут проводиться регулярно. Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом совместно с полицейскими городского УВД раскрыли очередной факт незаконного распространения наркотиков. В микрорайоне Интымак они задержали 38-летнего жителя Шымкента, у которого при обыске была обнаружена марихуана. Шымкент қаласының 1978 жылғы З есімді азаматы. Гражданин З был остановлен по подозрению сотрудниками полиции. В ходе обыска у него в пакете было обнаружено зеленое вещество растительного происхождения, похожее на наркотики. Не за то положу. Анаша. Судя по виду анаша, что-нибудь еще есть в пакете помимо этого наркотика? Согласно заключению судебно-криминалистической экспертизы, данное вещество оказалось марихуаной весом около 3 килограмм. Сейчас задержанный заключен в изолятор временного содержания. По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело. Сотрудники Шардаринского управления по ЧС провели профилактическое мероприятие по недопущению нарушений правил поведения на воде. Совместно с сотрудниками местного акимата и полицейскими они посетили пляж Шардаринского водохранилища и другие места массового отдыха. Спасатели рассказали об опасности купания в неохраняемых водоемах и привели статистику несчастных случаев. В числе других причин гибели людей были названы оставление малолетних детей без присмотра возле воды и купание в реках в состоянии алкогольного опьянения.